Первую игру начали плохо, провалили первую половину игры, вторую собрались и чуть-чуть не хватило где-то реализации моментов, времени, как говорится, в хоккее, там доли секунды решают моменты. Сегодня вышли на совсем другой настрой. Тренер дал установки, внес коррективы в состав и дало свои плоды это. Соперник, ну, они видят. Играть с соперником, который немножко потяжелее по весу и по возрасту, и по. Да, с одной стороны, это полегче, то, что по возрасту, потому что они, ну, первые 10 минут как-то еще что-то шевелится, а потом они подсаживаются, и мы уже начинаем давить и перехватываем инициативу в свои руки. Спасибо болельщикам за поддержку. Приходите еще. Очень приятно играть в такой атмосфере. Спасибо за поддержку еще раз.